Формула успеха в любом деле зависит от двух вещей. Можешь прям взять и записать. Я бы нарисовал, но неудобно. Я тебе просто ее расскажу. Очень крутая штука, она работает, если ее понять и применять в жизни. Как выглядит формула успеха? 5% это действие. Ты должен действовать. Многие считают, что нужно много работать. Да, действительно нужно работать, но работать нужно в определенном направлении, делать правильные действия с фокусировкой. И вот 95% успеха в твоем бизнесе, в спорте, в любом деле, которое ты начал, на 95% зависит от фокуса. То есть сосредоточиться на своей цели, сосредоточиться на действиях, на работе в команде, на работе с наставником, если это в спорте, с тренером. И только фокусировка, когда ты все отбрасываешь, когда ты не живешь какими-то срочными, там, важными, как ты считаешь, делами, а живешь, для тебя самое важное – это достичь твоей цели, и это должно занимать 95%. Тогда 5% действий тебя точно доведут до результата. Проверено, используй, будет все замечательно. Если есть вопросы, мои контакты в профиле, пиши, мы пообщаемся. Я думаю, что будем полезны друг другу.